Харцизский городской отдел полиции обращается к харцизянам с просьбой оказать помощь в расследовании двух происшествий. 14 августа в Харцизске, недалеко от объездной дороги в районе бывшей заправки Натали, был обнаружен труп неизвестного мужчины. Личность умершего оперативникам установить не удалось. При осмотре тела правоохранители не нашли ни документов, ни денег, ни мобильного телефона. Был найден труп неизвестного мужчины, подвешенного на веревке, которая была обмотана вокруг дерева. Мужчина возрастом 40-45 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, губы тонкие, нос прямой. Был одет в футболку с надписью «Пума», синтетические спортивные штаны и черные шлепанцы. В следственном отделе отмечают, обращение граждан по поводу пропажи человека, ориентировочно похожего на умершего, в Харцизский городел не поступало. Следователи рассчитывают на помощь со стороны харцизян. Еще один инцидент с трагическим исходом произошел в Харцизске несколькими днями ранее. 10 августа в так называемом Петровском пруду было найдено тело 31-летнего Андрея Родионова. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 6 августа текущего года, 8 утра. Гражданин Родионов Андрей Сергеевич, 84 года рождения, житель города Харцизска, ушел на Петровский пруд и не вернулся. Спустя 4 дня, 10 числа, его труп был обнаружен в этом же водоеме. Согласно имеющейся оперативной информации, помимо утонувшего гражданина 6 августа около 10 утра на водоеме находился также неизвестный мужчина, который занимался ловлей рыбы и мог быть свидетелем данного происшествия. Если вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться в Харцизский городской отдел полиции, либо связаться с сотрудниками уголовного розыска в телефонном режиме. Сообщить информацию по данным происшествиям можно по телефонам 066 075 20 59 или 102.